Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы с вами готовим очень вкусное сало, ну или мясо. В магазине почему называется свиная грудинка. То поэтому вот такой кусочек. Я его хорошо промыла. Теперь я его просушиваю бумажными полотенцами. Дальше закладываю в два полиэтиленовых пакета. Сначала один. Смотрите, я не солила. Не добавляла специи, ничего. Я просто в один пакетик, вот смотрите, и второй, чтобы у нас вкус не выварился и не попала туда вода. Желательно вот выпустить воздух. Отвариваем, смотря от размера кусочка. Вот мой кусочек, тут где-то 400 грамм, я буду варить полчаса. После того, как отварится, я его достану. Вот я уже приготовила смесь специй. У меня здесь все 5 перцев. Тут есть и белый, и красный. Есть копченая паприка, есть сумах, есть тмин. Обязательно соль. И немножко каенского перца. Засыпаем мы это сало полностью после того, как отварим. И выкладываем в холодильник на 2 суток. А потом уже можно ложить в морозильную камеру. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита!